Добрый день любителям гортензий. Друзья, хочу вам показать кустик метельчатой гортензии. Сорт называется Colorful Cocktail. Приобретался этот кустик на маточник. Хочу показать, какую обрезку я сделала весной и что получилось в итоге. Посмотрите, я его особо не корректировала весной, потому что хотела брать с него черенки. Сделала очень высокую обрезку, думала, успею перерезать. У него вот такие вот мощные крепкие побеги. Если посчитать узлы, обрезку я сделала так. Первый узел, второй, третий, четвертый. Вот с пятого узла пошли побеги. Обрезала, получается, над шестым, шестой узел. Думала, успею перерезать ниже. Нарастут, возьму побеги и ниже обрезу. Обрежу, не успела. Работы очень много. Но, тем не менее, вот при такой высокой обрезке, посмотрите, какой дала шикарный прирост гортензия. Побеги очень прочные, толстые. Просто шикарный куст. Сейчас буду брать с него черенок. Перерезать ниже уже не буду, подкорректирую только. А более короткую обрезку сделаю в следующем году. Сразу хочу сказать, что это не клещ. Лист, вот видите, какой лист чистейший. Здесь нет ни единого намека на паутинного клеща. Интересно будет посмотреть, насколько крупные будут соцветия при вот такой высокой обрезке. Обязательно сниму, покажу позже. Но была приятно удивлена, что при такой высокой обрезке получился вот такой результат. Очень мощные, очень крепкие побеги, прочные. Без подвязки кустик стоит. Просто шикарнейший куст и очень красивый сорт гортензии. Сейчас прорежу, покажу, что у меня получится. Итак, друзья, я немножко подкорректировала и прорядила этот кустик. Удалила в нижней части, вот здесь вот были такие кривенькие побеги. И оставила всего на цветение, так, раз, два, три, четыре, пять, шесть побегов на цветение. Еще раз повторюсь, очень толстые, крепкие, прям мощные побеги, прямо стоячие. Вот такой получился кустик. Очень интересно будет за ним понаблюдать, как он будет цвести. Вообще окрашивается этот сорт Colorful Cocktail очень красиво. Ну, чуть позже мы увидим цветение этой гортензии.